Цели, точек зрения оптимальных результатов. Прошу опустить. Кто против? Я хочу помнить следующее, что вы являетесь слугами, настоящими слугами народа. И от ваших решений, от вашей работы зависит процветание этой страны. Отбирает наше право и право наших детей быть хозяевами на своей земле. Нашего Народного Совета, первого созыва, и от вашего, уважаемые коллеги Ильинин,